В микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино ученики 19-й школы 1 сентября пойдут на линейку по новой асфальтированной дорожке. Ее строительство ведется в рамках программы губернатора «Народные тропы». Ход работ проверил глава округа Владимир Ружицкий. Строительные работы в разгаре. Нужно успеть к началу учебного года. Именно по этой дорожке ученики ходят в школу номер 19. Раньше здесь была тропинка, стихийно проложенная жителями от 25-го дома. 16-го дома. У нас тротуара нет. И поэтому все идут по дороге. И вот это, кто придумал, вот эту идею подал, я скажу, очень правильно. Очень правильно. Потому что детки уже не будут там рисковать. И родители будут спокойны в том, что они пойдут спокойно вот по этой дорожке. Первым делом завезли стройматериалы и уложили основания. Приступают к установке бордюров. Работы планируют завершить в конце недели. Главное, чтобы погода не подвела. Здесь будет у нас асфальт еще положен. После того, как основание будет закончено, будет уложен асфальт. Поэтому 3 дня нам более чем достаточно. Нередко пешеходы срезают путь по тропинкам, которые во время дождя превращаются в грязную жижу. Для решения такой проблемы запустили губернаторскую программу «Народные тропы». Протоптанные дорожки превращают в пешеходные зоны. Было принято решение вот эти тропинки, вот эти тропы, их заасфальтировать, то есть сделать, по сути, тротуары. Вот, в частности, вот мы сегодня в Томилино, вот на птицефабрике, будет хороший такой тротуар. В округе ведется обустройство 9 таких народных троп. 14 новых тротуаров уже готовы. К наступлению осени планируют все работы завершить. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.